Всем привет, с вами Зазу, и сегодня мы продолжаем проходить Dark Souls. Мы остановились в Дедбурге, возле нашего нового кузнеца. Сегодня мы попробуем в этой серии принести ему божественный уголек, благодаря которому он нам будет делать святое оружие. Так что давайте попробуем. Ага. Да, правильно, пойдем. Тут нас ждет мини-боссик. Очень по-простому. Если тут сразу не помру. Хотя... вариант такой, что у нас просто будет... вот так вот делать. Вся тактика, по идее, зайти вот к нему со спины. Но тогда, когда ты заходишь к нему со спины, нужно бешено прыгать. Его удары снимают всю стамину. Мы ему отняли ничего. Вот это замечательно. Длинная атака. Видимо, еще одна. Это было близко, близко. Так, это плохое место. Сразу говорю. Надеялся как-то. Ух ты. Пока. Сейчас мы полечимся. Да ты попал, да ты гонишь. Вы
Блин, как ты попал? Сделал ошибку. Вообще это смысл. А, черт. Оттуда качу. Давай, рука не мешай. Так, что тут осталось? Бьется, мать его, за другого. Ну, за другого. Осталось совсем немножко. Ага, мы его убили. У меня был какой-то непонятный лаг. У меня руки ноют. И запись-то прервалась. Мы поднимаем демонит это на это. Мы сможем заплюсовать. Вроде уже магическое оружие, если я не ошибаюсь.
Сейчас и посмотрим. Well, hello again. You seem to be doing all right, Needed. Это демон титанит. Так. Я не помню, что я сказал. Be careful out there. Так, ну, пойдем сейчас получим фласку 10. Сделаем себе человека. Нет, человека не будем делать. Хайди. Или все-таки. Потому что по-другому мы не сможем сделать 10 фласков. Теперь мы пойдем в сад. В сад. И будем пытаться получить магическое божественный уголек. Так. Я вот не помню, или мне нужно будет. Да, мне нужно будет человеком, чтобы призывать помощника с борьбой с боссом. Так, вот наши новые моды. Опасные черти. Вот, когда они так хватают, это будет проблема цена. Яда. Увнись. Так. Сейчас будет посложнее. Будет двое сразу. Так. Вон он. Так, а он. Ну, иди сюда. Нужно будет бегать потом по этому лесу. Что жуть какая-то. Да, кстати, если вы будете играть, ходить, не забудьте это место. Оно очень вам поможет. Здесь является секретная комнатка. Тут можно сохраниться. Чекпоинт. Здесь надо будет купить колючек за 20 тысяч душ. Ну это потом. Слишком мы слабы. Thank you.
прям как чувак. Всех, всех порезал. Так, идем дальше. Глубже, глубже, глубже. Это означает, что мы уже близко. Советую вам тут все время придерживаться левой стороны. Потому что он там дали засаду у нас уже. Черт, еще кусается, блядь. Мы подняли куртизана, окей. Он нам будет слишком велик. Не будет хватать статов. Сейчас будет, ой, как тяжко. Да, вот сюда можно пройти, а тут спит голем. Я забыл. Нет, не трожь меня, мать твою. Ой, это вообще нехорошо. Закинул дебаф, мы не смогли ни уворачиваться, ни быстро передвигаться, но мы справились. Тут такая надпись есть, она нам поможет. Бетричка. Приходи-ка. И та-дам. Почему она все время в кустах? Идем убивать босса. Босс нам будет как бы тяжко. В общем, без нее, если вы не имеете ни лука, ни арбалета, без магии, без нее, в принципе, тут нечего делать. Так как она маг, она, у нее дальняя атака. Подверяет себе, она садится на мостик и начинает заряжаться, и потом делает большой взрыв. И так появляемся мы, люди. Вот. А так тут нечего делать, если честно. Так, как раз мы сейчас идем за волшебным угольком. Так, ну что с боссом произошло? Сидит такой мужик, он тоже, видимо, был еще тем кузнецом. Мы получили ключик и давай эмбер. И телепорт домой.
Что мы сейчас здесь сделаем? Да, я хочу вернуться. Вах, я думал, я помру хоть раз. Оказалось, не все так просто. Все, нам сейчас кузницу обратно. Отдать ему валёк. Ну да. До этого нам нужно разобраться с неграми. Чуть не захватил. Так, ну, мы почти уже прибыли обратно. О, чуть не упал. Ловчился их убивать. В общем, наша задача теперь будет позвонить в первый колокол. Ну, это, наверное, будет уже на следующей серии. Так что... I've seen one of them. My chief consider leaving that with me. I could produce divine weapons with a flame such as that. Отдать ему. Да, конечно, да. Well, thanks for that. You've made a fine decision. You soon shall see. Вот. Чтобы их модифицировать, их нужно сделать плюс 10. Чтобы сделать плюс 10, нам нужно очень много душ. Что купить титанитов? Так, мы сейчас то есть. Руки на 4 нужно. Если что-то купим, то мы запустим сразу катанчик. А, что плюс 5 сделать нужно? Еще 3. Окей, ну проблема. Я купил. Диван учката. Для этого нужно грин титанит шар, который мы получим. Может быть скоро. Don't get yourself killed. Neither of us want. Ну что, я закончу на этом серию. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч.